Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к третьей главе послания апостола Павла к Колоссянам. В третьей главе апостол продолжает, собственно, тот разговор, который был начат во второй главе, хотя снова подчеркну, что разделение на главы не принадлежит апостолу Павлу, и для самого апостола это некоторое единое рассуждение. И вот он возвращается снова и снова к своей главной мысли, о которой практически все послание, о том, что мы живем со Христом. Все мироздание, силы, начальство, власти, все планеты, все устроение человеческой жизни, церковь, община народа Божьего, все это вокруг Христа. И жизнь дана нам именно в нем, во Христе. Поэтому Павел и продолжает дальше о том, что это должно иметь последствия в конкретных проявлениях, в реальных поступках каждого человека. И вот в третьей главе он говорит: ну вот вы воскресли со Христом, поэтому ищите горнего, ищите вышнего, где Христос сидит одесную Бога. Он говорит о том, что мы теперь можем устремиться ко Христу, к небу, к встрече с Отцом Небесным, потому что крещение освобождает нас от власти тьмы. И удивительные, совершенно потрясающие, конечно, слова он говорит в третьем стихе: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Он пишет это живым людям, христианам Колосс. Но вот он говорит: «Вы умерли, настоящая ваша жизнь, подлинная, она сокрыта со Христом в Боге». Понимаете? Это значит, что совершенно по-другому выглядит все то, что мы переживаем здесь на земле. Ценность и значимость вещей переоцениваются, меняются от того, что мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Это, знаете, на самом деле очень полезное такое духовное упражнение, хороший Великий пост, подумать о том, что ты можешь не дожить до Пасхи и умереть, и что в твоей жизни в этой перспективе по-настоящему важно, а что совершенно не важно, что следует ценить и над чем трудиться или нет. Вот такое памятование о смерти. Вот это примерно то, о чем Павел говорит, что вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Если твоя жизнь сокрыта со Христом в Боге, то что из твоих поступков, из того, что владеет твоим вниманием, сейчас по-настоящему важно во Христе, а что мышиная возня? Вот необходимость думать об этом, трудиться, это и есть то, что Павел называет: о горнем помышляйте, а не о земном. Думайте вот именно с этой, с небесной точки зрения. И для него, как я уже сказал, это всегда имеет конкретные продолжения, конкретные следствия. И вот он говорит: итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, прочее, прочее. Теперь, говорит апостол, отложите это все, просто отложите. И еще одна его попытка увидеть и передать читателю вот это обновление жизни во Христе, то, которое совершается, когда люди влюбляются в Иисуса и стараются вот действительно в нем обрести полноту жизни. Вот он говорит: совлекитесь ветхого человека, облекитесь в нового. Да, совлекитесь ветхого, облекитесь в нового. Это очень такой образ, ну не то чтобы прям популярный, но важный в христианской мысли, образ, принадлежащий именно апостолу Павлу. То, что мы призваны, то
ветхое, что было до встречи с Иисусом Христом, снять с себя и вот каким-то образом облечься в нового человека. Это действительно очень важная вещь, потому что по-другому люди тогда поступают, по-другому. Этот новый человек, он обновляется в знании Создателя. Понимаете? Ну, новизна, новость его в том, что этот новый человек постоянно узнает Создателя в Иисусе Христе, и это становится для него источником личностного обновления и, соответственно, обновления образа поступков тоже. И вот еще заметим, что апостол Павел обращает внимание на читателя, внимание читателя на то, что в Боге, в мире, в котором царит Бог, все наши человеческие особенности, все наши человеческие самоидентификации теряют смысл и теряют значение. Что значит совлечься ветхого человека? Апостол, по-видимому, судя по тому, как устроены 9, 10, 11 стихи, имеет в виду вот что. Когда ветхого человека спрашивают: «Ты кто такой?», ветхий человек говорит: «Я эллин», или «Я раб», или там «Я скиф», «Я мужчина», «Я, не знаю, там, свободный радикал», или «Либеральный демократ», или что угодно, «Член клуба филателистов». Мы идентифицируем себя, определяем самих себя, вообще это свойство человека, которое роднит нас с шимпанзе, они тоже так себя идентифицируют, с некоторой общностью, с некоторой группой. Групповая самоидентификация, ну, это предварительный этап, на самом деле, личностное возрастание подразумевает, что люди потом идентифицируют себя с самими собой, а потом и с Богом. Да? Но вот Павел говорит, что ветхий человек – это тот, в котором ты различаешь, то ли ты эллин, то ли иудей, то ли обрезанный, то ли необрезанный. Когда ты себя обозначаешь по отношению к каким-то другим, так сказать, объектам и общностям, кто ты такой, ну, это область пересечения нескольких подмножеств, к которым ты так или иначе принадлежишь. И, в общем, это очень современное видение, потому что мы тоже часто определяем себя как пересечение таких подмножеств. Каждый из нас отчасти пешеход, отчасти отец семейства, отчасти сотрудник учреждения, подчиненный начальник и прочее, прочее. Вот. Павел говорит: все, этого ничего нет во Христе. Во Христе твоя самоидентификация – это идентификация со Христом, с Иисусом. Кто ты такой? Я не часть каких-то перечисляемых общностей, а я друг и ученик Иисуса Христа. Вот что по-настоящему важно. Вот что значит новый человек. Новый – это тот, кто идентифицирует себя как ученика и друга Иисуса, а не как что-то иное. Вот эти вот все, как Павел это называет, ветхие общности. И вот он говорит: поэтому, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, вот и облекитесь в то, что Христово, то, что есть познание образа создавшего его, милосердие, благость, смиренно, мудрее. И дальше замечательные тоже слова в 13 стихе: «снисходя друг к другу и прощая взаимно». Это тоже потрясающе важная вещь, которую христиане, ну, по крайней мере, в наше время с трудом вспоминают, уж тем более с еще большим трудом пытаются реализовать, если вообще пытаются, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Вот это
снисходительность и есть на самом деле носить бремена друг друга, как в другом месте говорит апостол Павел. Более же всего, говорит он, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Значит, быть новым человеком, для которого определяющим центром, началом координат всей жизни является Иисус Христос, это значит любить, облечься в любовь, которая и есть совокупность совершенства. И еще чрезвычайно важные вещи дальше до конца главы Павел пытается сказать, чтобы обозначить на практике, как это все должно выглядеть, вот такая христоцентричность жизни. «Облекитесь в любовь», потом он говорит, «да владычествует в сердцах ваших мир Божий, мир, к которому вы призваны». И для читателя апостола Павла, и для нас сегодня тоже очень важно увидеть, что апостол считает, что даже там, где если кто на кого имеет жалобы, мы в чем-то не согласны, то мы призваны, во-первых, снисходить, а во-вторых, ценить мир больше правоты. Больше правоты, потому что апостол говорит о том, что обличать и вразумлять желающих, ну, он, конечно, так конкретно не говорит, но тем не менее, что не к тому, чтобы бороться за правильность мы призваны, а к тому, чтобы беречь мир. Только в этом отношении примирения друг с другом может Бог исцелять и нашу жизнь, и наши отношения друг с другом. И вот он еще говорит, слово Христово да вселяется в вас обильно. Он «пойте в сердцах ваших Господу». Он призывает вот действительно, чтобы эта наша вера и радость отражались, выражались в том, что мы Богу говорим. «И все, что вы делаете, все делаете во имя Господа Иисуса Христа». Вот, понимаете, и это слово «все» в этой фразе апостола нисколько не преувеличение. Он предлагает читателю действительно все, что мы делаем, все, из чего состоит наша жизнь, все наши поступки, и молитву, и труд, и отдых, и все, и отношения друг с другом, все делать во имя Господа Иисуса Христа. Тоже, как вы понимаете, очень практическая рекомендация. Ну, другой разговор, что мы не всегда хотим задавать себе вопрос, а вот то, что я сейчас делаю, я делаю во имя Иисуса Христа или нет? Ну, и навыка задавать подобного рода вопросы тоже у нас, конечно, нету. Ну и в конце этой третьей главы также апостол обращается, может быть, по просьбе читателя, а может быть, и по собственной инициативе или из общих соображений, к некоторым вот таким отдельным моментам взаимоотношений, причем, я бы сказал, часто несколько неожиданным для нас образом, особенно для нас в нашей культуре, где сейчас, видите, в 21 веке находится немало желающих пропагандировать нам такую чушь, как домострой, вот, который был чушью, когда его сочинили, и уж тем более остался чушью сейчас. Вот. И в связи с этим очень важно увидеть контраст того, что говорит апостол. Например, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе». Ну, во-первых, он не говорит просто «повинуйтесь», и про плетку тут никакой речи нет. Он говорит, как прилично в Господе, а в Господе унижение неприлично. Это во-первых, а во-вторых, дальше что он продолжает, смотрите, «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». То есть Павел здесь имеет в виду примерно то, что апостол Петр в своем послании говорит мужьям, «Обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом, дабы не было вам препятствия в молитвах». Павел говорит о том, что это не иерархичные отношения. Один там главарь семьи, а другой, другая, соответственно,
там полы мыть. Нет, это обоюдные отношения, где, как сказать, неразрывно любовь и подчинение, и не будьте к ним суровы. И в то время-то как раз часто очень было распространено такое домостроевское отношение к женщине в семье. Вот Павел категорически этого не приемлет. Категорически, он говорит, совсем по-другому это должно быть устроено. Дальше, с одной стороны, как будто продолжая Соломонову премудрость или Сираха, он говорит, дети, будьте послушны родителям вашим. И читающему, если он родитель, хочется тут остановиться. А дальше Павел пишет, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И тоже это обоюдная ответственность. Не только детей перед отцами, чтобы быть послушными, но и отцов перед, даже не перед детьми, скорее перед Богом. А не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Вот эта взаимная ответственность за то, чтобы в отношениях не было боли, не было скорби и страдания. И в отношениях детей и родителей, и жен и мужей. И дальше то же самое. Апостол Павел будет говорить о рабах и господах, только там фраза о господах по случайности попала в начало 4 главы. Он говорит о том, что у Бога нет лицеприятия, он не смотрит на то, там рабы или господа. И тоже это обоюдные отношения, с обоюдной ответственностью перед Богом. Поэтому, говоря рабам о том, что повинуйтесь господам, да, служа не как человекоугодники, а боясь Бога, и делайте от души как для Бога, а не для человеков, так и господа оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Это тоже чрезвычайно важная вещь, потому что Павел таким образом в человеческих социальных взаимоотношениях делает иерархичность вещью незначимой. Не то важно, что одни господа, а другие начальники, а то важно, что и те, и другие за состояние и за содержание этих отношений отвечают перед Богом.